The ways and rituals of blood sacrifice are difficult to master. Those from beyond require a physical vessel if they are to make the crossing into our reality. The timing of the chants is imperative. Without the proper utterances at precise intervals, the process can fail spectacularly. Разимик вангует слив. Да не надо ванговать слив. Смотрим по скиллам, у нас все, что нужно, стоит. Ничего не перепутал. Да вроде нормально. Ну, мы как обычно, как второй раз уже на предыдущем стриме, тоже шли довольно такой левой партии на убийство босса. Ну, вот опять идем левой партии. Маленький в углу, конечно, свин. Оу, смотрите. Можно, конечно, ходить так вот. А можно вот так вот пройти вот по кругу. Да, я думаю, по кругу пройти лучше всего будет. Поехали. Походу, босса 2 будет одновременно, говорит Вофлейм. Да игра найдет, как нас унизить, я уверен. It's a trap! Ambushed by foul invention. Левая партия? Да это почти самый имбовый, что у тебя есть, говорят. No! Ну зачем вы ходите первыми? Хватит уже. Какую-то фигню навесили. Сейчас наступаем. A wise general cuts losses and regroups. Так, меняем местами. И обратно. А вот теперь сюрприз! Кто тут папочка? Кто вас будет унижать? Подтягивать нужно двоих. А, нет, двоих без сзади. Подтягивать мы здесь не можем вообще. Нужно снять вот эти вещи, потому что они делают минус точность у нас. А подтягивания нету. Вот это нужно было сменить. Ладно. Эх ты, читер. А то. Сзади пробиваем этого или этого? Этого, наверное. Ну почти, ну 8, ну почему не 9? Вот когда хочется так. Confidence surges as the enemy crumbles. Хорошо, так все по одному бьет. Марка дебаф, а что за дебаф? Минус отклонения, ага. Клоняться меньше будем. Как ты отступил? Вот эта кнопочка красная, Retreat from Combat. Она очень классная. Она тащит, скажу вообще. Добиваем с 80% точности. As the fiend falls, Чип говорят, требуем переигровки. Ну да, так-то конечно. Дебаф навесили, прекрасно. Тут нам нужно его пробить киркой. Press this advantage. Give them no quarter. Аутист онлайн. Но так нехорошо делать. Пиариться за чужой счет — это очень плохо. Не делай так. Stunning Blow. Подхиляться, что ли? Стресс поснимаю. А, нет, протекшн, да, и торч повышает. Ладно, Stunning Blow. Не будем юзать. Хотя Stunning Blow в такой ситуации был гораздо лучше, зря. Стресс хил и протекшн.
Да ладно, жалко, что ли. Ну, я как-то без этого обходился вообще изи. И в целом, собственно, понимаешь, когда ты за чей-то чужой счет начинаешь рекламировать себя, надо хотя бы сначала спросить разрешение. Вот. Это будет, по крайней мере, корректно. Уже забанен. Да не надо было банить, я просто слова сказал, что так нехорошо делать, я же не призывал банить. Банить тоже не очень правильно, может быть. Так, стресс-хилл. Свинья, говорит, довольно больно бьет. Застанем ее. Мы тоже больно бьем. Ха-ха-ха. Настя, можно я буду себя пиарить у тебя, говорит Разимик. Ну можно, ладно. Ты у нас, как бы сказать, не первый день здесь. Почему бы и нет? Хилим, хилим кого? 34 хитпоинта, 27. Здесь нужнее. Прошел с потоповым стримером и везде бросил реклам-канал, так что пусть в баню летит. Его уже банили на 80 минут, говорит, а 100-500. Ну да, если это действительно так, то туда и дорога. Добрый вечер, срок песца. У нас демократия, каждый может забанить каждого, говорит Алан Брэк. Конечно. Все так и есть. Стресса у нас нету, давайте вот добивать. Политика двойных стандартов. Ну куда же без нее в конце концов, а? Это же сейчас модно. Вон телевизор, посмотрите. Так, идем ли мы вниз или вот так пойдем? Не хочется просто на битву нарываться, на еще одну. Очень хочется, хочется пройти безопасно. Почему вайпу не выбрали умение на самоотхил? Денег пожалели. Представляешь, какой я жадный. Ужас. Надо действительно на самоотхил умение брать, оно гораздо полезней. Так, а тут с приправками говорят вот это. Динекат. Ага. С человеческими останками. Нашли немного еды. И золото. Еда нам понадобится, безусловно. Находим ловушку, пытаемся ее обезвредить. Успешно. Там игру можно купить, серьезно? Круто. А я-то не знал. И пацаны тоже, наверное, не в курсе. Но теперь-то все побегат. Побежу. Все, заговариваюсь. Так, идем вниз теперь. Или вверх, вот так вот. Так вверх можно пройти. Если здесь не найдем, вернемся. Вот так вот. А если мы пойдем вниз и вот так пойдем. Нам все равно сюда заходить. Да, вверх идем. Избегаем лишних ненужных битв. Уже все полутано, говорят, до нас. Печально. Факел заюза. Сейчас перед входом заюзу, конечно же. Опять эти ребята. Да чтоб вас там всех просто... Чё и доджит. Я же говорил, нужно амулеты снять. Точность у нас маленькая. Босс в последней комнате полюбас будет. Да, но обычно он самый дальний, вроде говорят. Ой, еще больше стресса. Это плохо. А вот меньше стресса, это хорошо. Пробуем разрубить. Есть. Что дает стресс? Стресс дает дебафы, довольно неприятные. How quickly the tide turns.
же, хиляй. Еще кровотечение. Печаль, беда. Я видел недавно на Твиче у одного стримера, там снизу под вебкой была такая же скала, шкала стресса, типа шкала стресса стримера. Это было круто. Что теперь нужно делать в Bulwark of Fate? Хилять и снимать стресс у себя. А нельзя делать на этой позиции, лол. Mortality clarified in a single strike. Понятно, поснимали стресс, похилялись просто щек. На семерочку пора добивать его, наверное. Стан можно, в принципе, отправить. Но стан его добил. A trifling victory. But a victory nonetheless. Ключа нету, сундук поэтому открывать не буду, вдруг там ловушка какая, хотя... Да. Удача улыбается тем, кто смел. Можно, конечно, факел заюзать. Потому что у нас места уже не хватает, видите? Насчет пропуска хода я знаю, ее лучше не использовать, стресс навешивает. Оперативники в XCOM кровь проливали, жизнями рисковали, чтобы эти звания получить. А мы тут только спамим из-под уютного пледа, говорит Скорн. Ну, продолжай спамить, не против. Шкала стресса стримера, идея 10 из 10. Да, очень оригинально и интересно. Делай привал, а то у мечника крыша поедет. Да, нужно делать. Нет, всю еду выесть нельзя. Нужно от чего-то избавиться, от чего-то дешевого. Два бюста на что заменить можно? На антивеном вообще. Противоядие не особо нужно, оно не участвует, я насколько помню. Упс. Нас ждет битва. Ничего не поделаешь, придется идти. Гребаный культист. Ну ладно, культист еще не так страшно. Сейчас стресс навесит на нас. О, срезистил стресс, не навесили. Все как надо. Хил на ноль. Как я это люблю. Лучше факел юзнуть бы, противоядие пригодился. Могло. Могло. Но уже не пригодится, господа. Все поздно. У тебя два отравленных, ты выкинул противоядие. Да норм же, что вы вообще переживаете? Все так делают. Я первый, что ли? Надо было подтягивать. Нечем подтягивать, у нас скилла нет на подтяжку этого. В общем, Тима не очень, скажем честно, давайте. Еще и додж. Еще и додж. Ну хорошо, хоть уклонились. Так, хиляем. Ну, 12 нормально. Снимаем себе стресс. Тима не очень. Скиллов нужных не хватает. Здесь, например, сама отхила. Тут подтягивания нету. Не наговаривай на Тиму, стресс увеличивает, говорят. Окей, не буду. Стресса 7. Теперь стресса 2. Станем его. Что на привал не встал? Да потому что пока нормально, пока тащим. Ну 75 из 100 еще же. Прекрасно.
Вот немножко даже уже, даже 70 стало меньше. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. 250 золота. Самое время заюзать факел. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Что здесь мы можем сделать? Rack of Blades. Нам нужны бинты, бинтов нету, не рискуем. Ну ладно, соло. Пока. Ой, вот эти ребята. Так, есть шанс, что мы все-таки их сейчас забьем быстренько. Давайте в них артиллерией. Здесь нужно хоть кого-нибудь добить. Вот этого будем пытаться убить. Есть. Остальные подтянулись. Ну, 40%. Попади, пожалуйста. Hero to hit 65%. Фиг вам. Мало. Сейчас они будут нас стрессом обвешивать. Да, еще и с критом. Еще и черепа ломают. Сейчас у кого-то крыша-то поедет. Все. Привал, да, пора уже приваливаться. Так. Здесь стресс снимать надо. Здесь станать пробуем. Well, о, кританули станом. А он срезистил, зараза. Но зато кританули. Кровотечение. Печалька. Надо лечить. Лечим сюда. Стресс снимаем себе. Не пробовал прокаженным качать фокусы и бафаться перед ударом. Пробовал, конечно, я говорю, скиллов нет нужных. Здесь нет самоотхила, здесь нет фокуса, здесь нет подтягивания. Здесь нету тоже самобафа и отхила. Хоть застанет ли то радость. Из 20, 18, 35 сюда, наверное, нужно вливать. О, на 10. Норм. Постоянное кровотечение, бинтов нету. Да и так хорошо. Ну и надеюсь, сейчас доджа не будет, добьем его. Есть. As victories mount, so too will resistance. Факелы девать некуда. В принципе, давайте посмотрим, что у нас там по мапе. По мапе что не видно. Лопату я убирать не буду, священную воду, наверное, то... Святую воду. Дай святую, святую. Запомни это на будущее. Не повторяй ошибок. Не пробовал прокаженным, так это видел. Да, вот насчет привала. Закрываем, не нужны нам эти факелы. Тотем. A dark altar with skull prominently on display as his father. A strange power can be felt in his presence. Дайте священную воду. Вот, вот святую, да, святую, святую. Bone altar. Но хуже уже не будет, согласитесь. Сжег бы. А вот так вот. Item has no effect. Все, тогда не трогаем. Раз нет эффекта, то не трогаем. Сказал я и нашел, что мы получили дополнительную силу. А, вот этот вот баф дамаг, точность, крит. Как не хочется терять этот баф перед тем, как мы как раз идем вперед.
Но придется на привал все-таки оставаться, потому что здесь нужно стресс снимать любыми способами. Раз, два, три, четыре прошли только. Или пойдем дальше. Еще стресс наполучаем. Ладно, привал сделаем, в конце концов, пора же. Huddled together, furtive and vulnerable. Rats in a maze. Не жадничать, говорят. Да, жадничать плохо. Стресс убираем здесь. Self-only. Печально. Self-only. Increase stress. А потом reduce stress. Смотрите, на 6 комба. Стресс, хил на 40%. И потом плюс 10 точности. Скаутинг шанс можно увеличить. Это у нас уже 8. 10. А здесь редюс стресс бай 10. Все компаньоны. Все компаньоны плюс 20 стресс резиста. Слушайте, нужно вот этот стресс-резист обязательно. У нас 8 только остается. Мы юзаем 6 на то, чтобы вот эту комбу заюзать. Вообще нужна нам она. Плюс 10 точности за 6. С другой стороны, мы здесь стресс-резист дадим. Вот это обязательно нужно делать. Дальше. Скаутинг шанс until next camping на 30% это полезно. Потому что нам нужно найти, где же находится свин. Скорее всего, он, конечно, где-то в конце. Стресс-резист и 4-5, это 9. Вот это можно сделать. Reduce стресс, хила добавить. Ну, вот это, по-моему, самое лучшее. Баф-то и так есть, протекшн, вон там, дамаг. Офигенная игра, нужно будет в нее как-нибудь зарубиться, говорит. 40 СЦА. Зачет. Да, игрушка зачетная, это точно. Да, вот эти фишки используем. Хил. Стресс-резист, отлично. Свин в правом нижнем, да я туда и иду. Дайс, отвлекись на минуту, напиши мне в стиме свое мыло, я тебе гив для розыгрыша отправлю, говорит Хугайда. А, так, сейчас. Тебе больше нравится ли суп? Ну, конечно, в целом... Вот это поатмосферней. А суп, он с точки зрения механики более такой приятный. Тут нужно меняться местами. Так, Хугайда. Сейчас я тебе напишу личным сообщением на СК2ТВ. Какое мне мыло в стиме? А я его не помню, слушайте. Нужно мыло в стиме вспомнить. Сейчас, на секунду, вспомню мыло в стиме. Так, профайл, где у нас там? Ага. Вообще, на самом деле, мыло в стиме не нужно, просто на любое мыло же послать можно Хугайда, да? Поэтому я могу какое-то левое мыло тебе написать, вот. Потому что не хочу мыло направо и налево раздавать, а то оно для работы используется в основном. Мало ли чего, кто, куда, где и зачем. Какое у тебя мыло в стиме и пароль, гифт пришли, говорит Центрина. Да, ты еще мне аккаунт прокачай, пожалуйста, там в дотке. Ладно, договорились. Отправил. Все, возвращаемся к игре. Так. Пусть в личку на СК2ТВ кинет, говорит Свинка. Нет, нельзя гифт стимовский в личку на СК2ТВ кинуть. В этом проблема.
Это стресс. А, нет, это стан и марка. Опять криты. Рубин? Рубин. Executed with impunity. Прохиляли стресс. Обмениваемся местами. Сейчас опять начнет ходить зараза. Да не, киркуем его, да? И он ходить уже не сможет. Палыч тем стресс не снял. Да, ну а что поделаешь-то? Ничего не поделаешь. Так, мы находимся здесь. Здесь вот. Мы идем сюда. Да. Вот здесь нужна святая вода. Это я точно помню. Нет. Зоофобия. Это очень плохая штука. Про святую воду я ошибся. Ну, бывает, бывает. Ну, с кем не случается, да, правда ведь? Правда. Перетасуй Тиму. Тоже забыл. Молодец, Дайс, все забыл. Куда спешишь, порядок поменяй. Я уже много раз объяснял, куда я спешу. Так, ну чё, бьем по переднему, да. Слагер дали, полезная обилка. Слагер. Надо посмотреть. По-моему, там отрицательную дали. Мне так кажется. Сделаем выпад. Крабодайс, крабодайс, ага. Ну еще как будто что-то плохое. Это норма. Теперь хилу дайте походить хоть. Прям как по заказу. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Отлично, сейчас посмотрим, что там Кугайд отправил. Под конец, если что, кто отправил, разыграем, конечно же. Тут у нас пусто. Свет у нас есть пока что, да, освещенность хорошая. Но при такой освещенности ловушки что-то все равно незаметны. Pile of bones. Pile of bones. Тут, наверное, бинты нужны. Так понимаю. Не будем трогать. Все равно сейчас задача сейчас босса мочить, а не просто так тут шляться. Теперь за розыгрыш народ спать не будет. Эх, да, бедняги. А вот и босс, да. Нашли мы босса. Поехали к нему сразу. Пищи почти не осталось. Нужно заюзать факел. Желательно на полную. Сейчас, когда подойдем туда. Перед входом к боссу юзаем на полную, чтобы у нас была стопроцентная почти что освещенность. Есть шанс сюрпризнуть монстров. Ну, поехали. Тащим. Заново или продолжение? Продолжение. Себя меткой или вот так вот ударить? 17 у него, Волбор, Бист. Иду скушай. Сейчас скушать можно, по-моему, во время битвы. Нет, нельзя. Одна единственная или две еды у нас осталось там. Сливы, да, сливы. Не, нормально все. Либо себя прохилять. Да, себя надо хилять все-таки. Теперь пытаемся заднего пробить. Что босса... 132 хитпоинта. И он доджнулся. Хитрожопая скотина. Выливать тащим. И я о том же. Бить босса или дальнего тоже немножко побить. Дальнего нужно что-то с ним сделать.
Ох, по всем сейчас как врежет. На 14 криты, да вы что вообще? Да полегче! Dazed, reeling, about to break. Вот твари. Дездор. И он еще и в стане прохиляться не может. По-моему, надо отступать. Это мы реально не затащим. Сольешь, говорят, да. Сваливаем. Ретрит. Failed. Отступление не удалось. Отступление не удалось. Teetering on the brink, facing the abyss. Пробую бежать, не получается. The sin is not in being outmatched, but in failing to recognize it. Да, эта атака была просто адовой. В общем, мы отсюда уходим. Бросаем этот квест, нам не вытащить его, потому что все пробиты полностью. На грани смерти находятся. Тебе урок, нельзя мелкого дамажить, говорит Федорон. А что это, он когда мелкого дамажишь, так бьет? Мелкого зря ударил. Ясно. У тебя стака 2 еды, хиляйся. Ну, хиляйся ты, хиляйся. А, его в берсерк вогнал. Ну что, может, затащим? Давайте заход номер 2. Ладно, бьем босса. Урон такой урон. Чуть додж. Стан резист 100%. Фигово. Блиты на единичку. Чё-то как-то всё не очень. Дебал, говорит, на босса вешай. Чаль. Дебаф на босса. Тут хилять будет убивать. Опять на единичку. Нам везет просто. Заметьте. Как такая душа может доджить? Нет, это мы можем промахиваться. Блайт. For free rounds. Чуть не очень. Стан, говорят, 100% стан резист, вы что хотите? Вот да здорово попёр. Надо выхилить срочно. Нет! Deathblow! Fear and frailty finally claim their due. Печаль. Надо реально дебаф вешать было. Кто же у нас был-то это? Чё-то вот забыл я. Раз свободные места. Вот, вот в чём-то есть положительное свойство, да, вот такого события. Еще не бафаешь дев танком. Да по идее неправильно, да, я играю, нужно пробафаться сначала, а потом уже вайп, кажись, был. А, ну да, точно, же вайп был. Вайп вайпнулся, это норма. Видишь, если мелкого не трогать, он не ваншотает. Да, вижу. Дебаф есть, дамэдж, точность, додж, марк таргет, хил. Но 12, нормально. Протекшн себе делаем. The light, the promise of safety. Тормоза? Тормозов нету. Все идет отлично. Perched at the very precipice of oblivion.
Как тебе игра? Стоит взять? Игра офигенная. Да, действительно, стоит того, чтобы взять. Себя лечим. Сейчас хиллера гуфнут. Нет, не гуфнут. Видите, живой. Но дела на самом деле у нас плохи, скажу вам честно. Пропустил ход. Лалк. Фризы, говорят, пошли. Упала. Ну что я могу сделать? Гребаный кибергейм. Это на кибергейме или на гудгейме все нормально? Скажите, пожалуйста, на чем проблема? На гудгейме? С гудгейма, ребят, пишут, что тормоза. Но это проблема гудгейма, это не мои. Потому что либо там, ну или может быть отдача на гудгейм плохо идет, фиг знает. Все нормально, все норм у Баварии. Видите как? ТГГ может лагает, на кибере все ок, говорят. Ладно. 19-4. Дебаф надо вешать, надо хилять. Он же передник бьет, поэтому их нужно в первую очередь. Вот это просто. Прохилял называется. Баф на протекшн или удар? Баф на протекшн. Пару минут на ГГ, говорят, было плохо. Окей. Сейчас убьют. Не, да здорово, пока что еще на пороге смерти. Держись. Опа. Еще один гуф. Мы просто не тащим. This skirmish may be lost, but the battle may yet be won. Failure tests the metal of heart, brain, and body. Да, Хелат, мы спасли, конечно. Нет, не минус вся тима, минус только двое. Но печальная была очень история. Фингофобия. Мог бы затащить, если бы не фейл в начале. Согласен. Я очень зря начал бить дальнего. Но как-то по привычке. Привыкаешь, что нужно бить дальнего первым делом. Оказывается, вон оно как. Он в берсерк входит. Кто бы знал. Как говорится, знал бы, где упасть, соломки бы постелил, но не судьба. Два новичка ура, говорит Бавария. Вот видите, самое главное оптимизм сохранять в любой ситуации. Если бы повесил дебаф сразу, то, скорее всего, затащил бы. Да, нужно было вешать сразу дебафы, когда у нас хитпоинты еще были. Что за розыгрыш? В общем, вас всех разыграли. Больше стрим не будет. Ха-ха. Так, хил даже с ума не сошел. Повезло. Хил на людей с кровотечением почти не действует. Но это может быть просто совпадение. Бедный Вайпер Азимик. Давайте зайдем, полутаем их хоть. Разимик. Пал смертью храбрых. И что, нельзя с них труп? С трупов ничего снимать нельзя? А раньше можно было, в новом билде уже нельзя. Ясно, понятно. И значит, мы потеряли ту самую штуку или не потеряли ее? Да, мы потеряли замечательный, супер-уберный просто амулет. А в предыдущих билдах, помните, я открывал гравиард, снимал прям при вас? Понерфили, не, ну тут и так без того жесть-то еще куда нерфить? Полегче. Забаланси, нога. Добавили хардкорчику-то просто. Ведьма легче надо было ее... Ну, ведьма тоже не особо круто, не особо легкая. Некромант оказался почему-то легким, но он там только скелет саммонил, а так-то ватный оказался. Привет, Азур. Что-то плохо тебя помню. Главный хилай танк сохранил, да? Надо во всем положительные стороны видеть. В общем, посмотрим, что там разыграть нужно нам. Что у нас на стиме есть. Так. Кто-то говорил, что по ошибке отправил что-то Дайсу, но Дайсу не приходило. Посмотрим на мыле, что у нас. Так.
сейчас всем мыльцо у себя проверю. О, вы получили в подарок игру копию Darkest Dungeon. Да, у меня есть Steam. Принимаем гифт. Ага, добавляем в инвентарь. Все как надо. Спасибо Хугайзе за то, что подарил нам копию для розыгрыша. Сейчас мы ее разыграем обязательно. Потому что еще хорошего. 400 рубликов мне перевели со словами. Хотелось бы персонажа в Darkest Dungeon. Желательно лекаря, который может проклинать и дамажить спелками. Так, штурмовика. Я же за 500 говорил, эй, господа. Во-первых, а кто писал-то? Кто писал? Вот главное написано, что хочет человек персонажа. Я не против, выдам персонажа, вообще не вопрос. Но никнейм хоть написал бы, эй. Лучше себе оставь, обновись. На торрентах уже не разыгрывают. Нет, торрент-версию пока что как-то не очень круто раздавать. Пока у нас не так сильно Россия пала, чтобы торрент-версии разыгрывать. Свинюшка легко берет с танками с лобафами. Да, вот я говорю, у нас бафа не было хорошего, который нужен нам танку. Да и других вещей. Неужели анонимный желающий? Да? Это потому, что я у тебя последний раз год назад на стол не был, говорит Азур. Вот были же времена. Да, были. Сделал второй заход на свина. Насчет второго захода на свина, наверное, до завтра оставим. Будет второй заход на свина, скорее всего. Так, Ллойд, Бавариан тут у нас в стиме добавились. Прекрасно. Сейчас еще мыльцо какое-нибудь открою у себя. Уже конец? Почти конец, да. Так, вот подарок от Беатрисы, да. Его я активировал. Ну, в общем, разыгрывается одна копия игры Darkest Dungeon. Той самой, которую мы сейчас только что играли. Скажем спасибо Хугайзе за то, что он нам подарил эту копию. Для того, чтобы разыграть эту игру, нам сейчас нужно будет сделать следующее. Так, сейчас я чатик покажу. Это пол эдитор, это не то. Fortune Ring. Что написать нужно будет? Слово Darkest. После того, как я, естественно, запущу это голосование. Вот у нас будет такая система. Все, кто напишет слово Darkest в течение одной минуты, будут участвовать в розыгрыше игры. Ну, если у вас, конечно, уже есть копия, я думаю, не стоит участвовать. Знаете, розыгрыш хорошо, новая музыка из Поля Чудес. Музыка из Поля Чудес. Сейчас найдем просто. А, не, у меня, знаете, была какая-то музыка неплохая как раз. Из «Что, где, когда», по-моему. Сейчас все будет. Как раз одна минута на музыкальную паузу. Музыку в игре пока временно выключу, специально для этого. Так. Darkest, Darkest, Darkest. Рано говорю, рано. Господа, вы фальстарт сделали. Это называется фальстарт. Xover 9000. Да вы успеете, там целая минута будет, эй. Так. В общем, приготовились на старт. Внимание. Марш.
Итак, посмотрим, кто же будет счастливчиком, кто выигрывает одну копию Darkest Dungeon. Претендентов все меньше и меньше. Местами видны знакомые лица, но их становится все меньше. Почти пропали. Сколько же желающих, а спам не останавливается. Уже поздно, господа, все, отбор идет. То есть уже все участники сюда добавлены. И победитель Мапек. Ты напиши мне, пожалуйста, личным сообщением на SK2TV или на GoodGame свой e-mail. И на этот e-mail я вышлю тебе стимовский гифт. Так что поздравляем Мапика с тем, что он получает копию Darkest Dungeon. И хватит уже писать, уже поздно. 10 минут как. Ну, я, конечно, преувеличиваю насчет 10 минут. Да, больше спама. Это точно. Спама очень много. Топ-7 вошел, говорит Гирд. Поздравляю, тоже достижение. So close, ага, да. В общем, Мапик младчина. Вот, видите, счастливый пишет на СКТВ. Пиши мне в личку, и там, в общем, твое мыло жду. Я на него вышлю. Да, если ты еще раз спросил, а ранг роль играет? Нет, к сожалению, в общем, хламоны здесь все абсолютно независимо от ранга. Хотелось бы, чтобы от ранга, в зависимости, там разный множитель шанса был бы. Нужно на эту тему-то его попробовать попинать. Но зная хламоны, как, например, прокрутка работает, вряд ли, вряд ли. Ладно. В общем, давайте вернем музыку. Hold fast. Да, к сожалению, ранг не играет. Ох, Синегами. Поздравляю тебя с последним рангом на спамил. Молодчина просто. Надо новый ранг добавить туда какой-нибудь. Или, по крайней мере, требования для рангов изменить. Ранг — это отдельная фича. Наверняка не свяжет, говорит Вафлейм. Да, есть вероятность, что не свяжет. Но на сегодня я закончу прохождение Darkest Dungeon. Завтра, возможно, тоже будет еще чуток. Нам нужно все-таки завалить босса еще одного. Жаль, конечно, что босса не удалось победить, но все впереди. И в этом, кстати, смысл игр в жанре roguelike. Боль, страдания и превознемогание. То есть вы тащите всеми возможными способами. Иногда, конечно, у вас это не получается. Но со временем приходит понимание того, как надо действовать. И есть надежда впереди. Качать танк с андхилом? Да, нужно прокачать нормально персонажей. Новый ранг спам-лорд, да. Золотые иконки сделать просто там. Вводи именные ранги для топов. Вот-вот, Дельфайр, именно это им нужно делать. В общем, хорошая идея, спасибо. Ну а на сегодня я с вами попрощаюсь, господа. Не забывайте, что все воды на YouTube будут выложены и уже выкладываются там с предыдущих дней. На ВКонтакте и в Твиттере есть анонсы. Так что следите за анонсами, подписывайтесь по ссылкам внизу под стримом. А на сегодня все. Всем самого наилучшего. Играйте хорошие игры. С вами был Dice. До новых встреч. Пока.